Так, сегодня получила посылочку. Наконец-то дождалась я ее. Сейчас я ее вскрою. Пришла она очень быстро. Донецк, Ростовский. Ну, чтобы попасть к нам в ЛНР, нужно, конечно, было немножко попотеть. Спасибо хозяюшке. Умничка. Сделала мне вовремя переадресацию. И вот сегодня я ее привезла домой. Сейчас мы посмотрим, в каком она состоянии. Ехала она к нам через границу. Забирали мы ее сегодня. Так, что тут у нас? Так, собака моя разгавкалась. Так. Я надеюсь, там будут они все в порядке. Потому что я в почтовом отделении немножко позаглядывала. Не удержалась, так сказать. Ну, она немножко была как бы нарушена, наверное. Тоже там кто-то проверял. Ну и вот. Ой, какая красота. Какая красота. Да, они там, наверное, аж зелененькие стали. Потому что они в тепле ко мне шли. Ой, вот так вот. Умничка, все упаковано, все красиво. Брошюрка. Ой, спасибо большое. Я рада. Очень хорошо все упаковано. Ну, надеюсь, на следующий год я выращу такие же самые красивые цветочки, как и в саду Хризантем.